Привет всем, вы на канале Резми Теророшенко. На этой неделе будет рассмотрен законопроект, который вы видите на своих экранах, 70-94-12-7, о внесении изменений в статью 14 Федерального закона о гражданстве Российской Федерации, именно в пункт И, в части сокращения срока осуществления трудовой деятельности, необходимого для обращения заявления о приеме гражданства иностранных граждан, лиц без гражданства, квалифицированного специалиста, имеющего право на прием гражданства Российской Федерации. То есть законопроект предполагает сокращение срока осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином, квалифицированным специалистом для упрощенного получения гражданства Российской Федерации. Видите вы на данный законопроект. Будет рассматриваться текст, как вы сейчас видите, в статье 14 вносится изменения. За место 3 года будет изменено на 1 год. В принципе, данное изменение касается именно срока. То есть сейчас право на подачу заявления о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке имеют... Вот видите, сейчас я вам открою пункт И. Имеют иностранцы и лица без гражданства, которые являются квалифицированными специалистами по профессиям, включенным в утвержденный Минтрудом перечень, который осуществляет трудовую деятельность в Российской Федерации в течение не менее 3 лет. Вот он. Сейчас покажу вам перечень. Перечень профессий, специальностей должностей иностранных граждан, лиц без гражданства, квалифицированных специалистов, имеющих право на прием гражданства в Российской Федерации в упрощенном порядке. По данному, значит, данный перечень утвержден Минтрудом Российской Федерации. И трудовую деятельность Российской Федерации нужно по действующему закону осуществлять 3 года. Данная поправка по законопроекту предполагает сократить до 1 года. Тем самым предоставление максимально короткие сроки российского гражданства по упрощенном порядке. Перечень увидите, здесь 74 профессии, в соответствии с которым по действующему сроку нужно отработать 3 года в течение не менее 3 лет. А по новому законопроекту нужно будет 1 год, и тем самым данный срок трудовой деятельности позволит получению упрощенного гражданства Российской Федерации квалифицированным специалистом, которые востребованы в российской экономике. Так что в данном случае это также выполнение указаний президента по соответствии с горячей линией, которая была в прошлом году, для того, чтобы проработать механизмы именно упрощенного оформление гражданства для иностранных граждан. Вот еще один из законопроектов, который предполагает внесение изменений вот в статью 14, пункт И. Здесь будет заменено осуществлять не менее 1 года до дня обращения заявлением за место 3 лет. Перечень его показал, их 74. Ссылка на перечень профессий, ссылка на данный законопроект будет в описании и прикреплена в комментариях. Можете ознакомиться. На этой неделе будет рассмотрение данного законопроекта в Государственной Думе в первом чтении. Обзоры данного рассмотрения в Госдуме я публикую также на моем канале. Подписывайтесь на канал, смотрите видео, обязательно ставьте лайк. Под видео есть значок «Поделиться», нажимайте на нее, делитесь в любом. Выбирайте любую социальную сеть и оставляйте там ссылку. Всего доброго, успехов в оформлении документов. Счастливо.